Ругаетесь ли вы матом? Да. Как часто? Круглосуточно. Да опять тут будет. Да ты. А Россия без мата это не Россия, вы что? Да. Возьми крыло семьи, не перейдешь ни на один язык мира. Нет. Нет, не ругается. Ну, я некоторый раз получается. Бывает изредка. Так вы никого не показываете. Случайно вылетает. Нет? Да. Конечно, ругайся. Я другого языка не знаю, русский язык знаю. Нет. Ну, бывает, но редко. Воспитан при коммунизме и культурно воспитан. У нас вообще не материться. Хуйня. Чинима хуйня. 我是慧娘。我是慧娘。Злюсь, когда люди провоцируют. Работники, когда не выполняют работу, поставленную задачу. И тогда вот... Другие люди. Эмоциональное напряжение, наверное, такое высказывают. У меня правнуки начинают скакать по квартире. Ух, твою мать, что это такое? И сразу успокаиваются. Мы работаем в сфере торговли. Женщины, мужчины, все мы нравятся. Она провоцирует. Неадекватное поведение окружающих. Слушай, ты можешь тебя орать, а? Ты можешь называть их как-нибудь по-другому? Как? Лилия, как вызов, сука. Все по новой. Этого в Химках видал. Деревянными членами торгует. Ты ведешь себя последнее и нашим, и вашим нас предупредит. Бьёшь! Нарвался на утопца? А тебя ебёт! Ого! Шибру! Пошёл ты! Окей, пошёл! И дело не в том, что я Как сказал Есенин, мат — это неотъемлемая часть русского языка. И, как сказать, не лучшая сторона русской культуры, я считаю. В книгах-то читаем тоже же, сука-то всегда было. Писательные слова, да. И это уже чисто, я считаю, что это вульгарные, наверное, слова. Но... То есть они неприемлемы к русской речи, к нашей молодежи даже. Сомневаюсь, что культуры, но русского языка это точно. Это очень спорный вопрос. Ну, наверное, уже да. Наверное, все-таки это зависит от уровня культуры. Хотелось бы, чтобы он был выше. Пидина. Сразу повылазила весь наш дух из болгарства. Опа!